Всем добрый день! Сегодня я поделюсь с вами рецептом молока из семян дыни. Я думаю, многие из вас выбрасывают семена дыни и не задумываются о том, что выбрасывают целебные семена. Ведь в семечках дыни содержатся так называемые нейровитамины ПП, В6, В9. Они улучшают деятельность нервной системы. Богаты семена дыни и известными антиоксидантами, витаминами А и С. Богаты косточки жирами, белками, пектином, который способен выводить из организма вредные вещества, такие как пестициды, радионуклиды и плохой холестерин. Для приготовления дынного молока нам потребуются семена одной дыни, стакан воды. Если дыня у вас среднего размера, как у меня, если дыня у вас будет крупная, то можно взять 1,5 стакана воды. Здесь вы сами уже регулируете по размеру дыни. И для того, чтобы не добавлять никаких подсластителей в напиток, ни сахар, ни мед, я добавлю кусочек мякоти дыни. Вначале я загружаю семена дыни. Вместе с выделившимся соком и 0,5 стакана воды. Пробиваю в блендере. Теперь я добавляю сюда кусочек дыни. Как я уже сказала, я не хочу добавлять подсластители, так наш напиток сохранит большую полезность. И оставшуюся воду. И буду пробивать массу до однородности. Теперь я беру глубокую миску, дуршлаг. Можно взять кастрюльку и сито, как вам удобно. Прокладываю марлю. И буду процеживать наш напиток. Напиток готов. Вот такое получилось у нас молоко из дынных семечек. Напиток получается нежным, воздушным и очень полезным. Попробуйте, уверена, вам понравится. А я, как всегда, желаю вам всего только самого доброго. Будьте здоровы, красивы. Спасибо, что были со мной. Пока.